Меня зовут Денис, я инициатор проекта UGears. Прицепик. Прицеп идет в сборе у него в модельке вот такой вот блочок. Этот блочок одевается на трактор. Сам прицеп имеет вот этот рычаг. Вот эти два шипика, один и второй, ну, они как, они не похожи прям там на шипы, но мы их так называем соединение шипа. Вот эти два выступа, они должны быть хорошо утоплены в раму, смазаны. Если они выступают немножко вперед, то вот эта рамка, она может плохо открываться, вот эта передняя штучка. Вот здесь есть лопата, все, что понадобится для сельского хозяйства. Вернее, вилы, лопата. Под днищем вот здесь даже есть метла. Вот. Можно метлой, значит, смахивать грязь. Для лучшей... вот эти инструменты можно продевать вот в вот такие отверстия специальные. А метлу вот так поставить для наглядности. Здесь есть специальный блочок для трактора с крючком и с вот таким блоком. Вот наш трактор. То есть в сборе трактор выглядит вот так, вот такой планкой. Ее можно снять. И когда вы, если вы купили прицеп, вы собрали такой блочок и одеваете вот такой вот блок. Здесь есть отверстия, не обязательно, но через них можно продеть тоже зубочистку, там дополнительно его зафиксировать. Так вот он цепляется. То есть вы заводите трактор. Одеваете, запускаете. А, тут попала зубочистка под колесо прицепа. А ну попробуем, интересно, повезет там сейф тяжелый. Наверное, по этому столу не повезет, потому что он просто будет проскальзывать колесиками. Но. Не повез. Но зато выдержал, видите, то есть не такие уж оськи там и слабые в этих всех колесиках. Трактор можно усилить, одев дополнительную резину. Самое интересное, в прицепе есть вот такое ведро. Там внутри как бы имитация болтов и гаек. Ведро с болтами, так скажем. Но для него есть специальный вот крючочек, оно здесь одевается и болтается, так смешно.